над головой кружили свой самый белый в мире минуэт. Скажите, в вашем доме пела вьюга? А вы читали ей свои стихи? А в каждом взгляде вы искали друга и брата, как лекарство от тоски? А вы когда-нибудь стояли на вокзале, вдыхая сложный запах поездов, а вам казалось, что вы в тронном зале, почти что задохнулись от духов? Скажите, вы когда-нибудь рыдали на взрыв от счастья горького с утра, а душу на салфетках отдавали редакторам-ревнителям пера? А вы надеялись на Божью волю, а в осень с листьями летали в свет? А вы благословляли свою долю, когда любовь предаст и больше нет надежды? А вы смиряли строгую гордыню, пытаясь одолеть свои пути? А вы любили так, что даже имя вам больно было вслух произнести? И если вам хоть чуточку знакомо ошибок рябь моей шальной руки, то значит это вам.